Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобил Дан. И сегодня будет обзор на телефон Sony Ericsson, модель J300i, телефон 2005 года выпуска. В телефоне есть разговорный динамик, дисплей, клавиатура, снизу у нас разъем под зарядку и под наушники. Здесь у нас ничего, сверху у нас для шнурка вот такое отверстие, здесь у нас ничего, сзади музыкальный динамик. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца, вставляем сим-карту, аккумулятор, включаем телефон. Да, ну этот телефон, конечно, рабочий, но мне не нравится Sony Ericsson, что у них такие джойстики неудобные. Когда нажимаешь вниз, они вот заходят не туда. Так, все, телефон загрузился. И пойдем у нас Play Now. Ой, зачем я туда нажал? Так, play. Да, опять этот тупит джойстик. Это у нас play now. Play now — это у нас интернет. Давайте зайдем вот сюда, вот этот интернет. Интернет услуги. Заходим, поиск веб, галерея, видеогалерея, параметры. Да, сейчас опять этот заедает джойстик. Развлечения. Игры, мюзик, диджей, диктофон. Так, не будем ничего записывать. Ой, зачем мы туда нажали? Джойстик тупит, конечно. Диспетчер файлов. Картинки, звуки, видео, темы, игры, приложения, прочее. Выходим. И сообщения. Новые сообщения, входящие, мои дорогие, ой, мои друзья, вызвать автоответчика, электронная почта, черновики, шаблоны на отправку, переданные, сохраненные, выходим. Следующий у нас органайзер, календарь, задания, заметки, приложения, будильник, таймер, секундомер, калькулятор, памятка кодов. Так. Опять затупил джойстик. Да, вот. Вот, ребят, я о чем и говорил. Джойстики тут тупят. Так, медиапроигрыватель. Тут вот, ага, меди, и там какая-то музыка. Называется Plastic Mules. Если не изменяет мне память. Так. Телефонная книжка, функции, и можно создать новый контакт. А дальше это чужие контакты, это надо все будет поудалять. Да, вот, опять джойстик заел. Да, вот это болячка этих телефонов Sony Ericsson. Да, вроде. Так, настройки у нас. Общие профили, время и дата, язык, управление голосом, состояние телефона, клавиатура быстрого выбора, блокировка, мастер настройки, общий сброс. Следующие у нас звуки и сигналы, громкость звонка, сигналы вызова, беззвучный режим, нарастающий вибровызов, сигнал о сообщении, звук клавиш. Вот следующий у нас дисплей, фон, темы, приветствие, заставка, подсветка. Следующие у нас вызовы. Информация о вызовах, переадресация, управление вызовами, время и стоимость, показать скрытый номер, hands-free, переадресация, управление вызовами, время и стоимость. Ага, это уже было. Так, связь, КС-послуги, синхронизация сотовой сети, передача данных, параметры интернета, настройки поток в спор, настройки Java, аксессуары. Выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Sony Ericsson J300i. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии. Ну и все, всем пока-пока, до новых видео и обзоров.